в МВД России по Новоковскому району всегда работали и работают на сегодняшний день очень достойные, самоотверженные люди, готовые в ущерб своему личному времени, своим семьям делать работу, направленную на помощь гражданам Конаковского района и города Конаково. Нести это бремя является очень тяжелой ношей для любого человека. И люди, которые посвятили себя этой работе, конечно, заслуживают глубокого уважения и понимания. Я пришел в эту службу после армии. Именно хотел работать в дорожно-патрульной службе, потому что считаю, что автомобиль – это средство повышенной опасности, и выявление нетрезвых водителей у нас на первом месте находится. Также считаю, что сотрудники дорожно-патрульной службы должны помогать водителям, у которых что-то случилось на дороге, независимо от того, что закончилось топливо, там, спустило колесо. Я считаю, что надо помогать. Никто, как дорожно-патрульная служба, не может вовремя отреагировать на это. Профессия, на самом деле, очень интересная. До кинологии я работала в патрульно-постовой службе. По-другому воспринимаешь мир, общаясь с четвероногими друзьями, когда приезжаешь на вызов и понимаешь, что задача отработана в полной мере. Это, наверное, высшая награда вот для меня, когда люди довольны. Прежде всего, это безопасность, конечно же, граждан. Конечно же, хотелось бы еще рассказать про второе направление служебных собак. Это направление следовая работа и служебно-розыскная собака Кристина, которая оказывает помощь нам, ищет потерянных людей, детей, заблудившихся в лесу, грибников. Также осуществляет раскрытие краж и грабежей. А также хотелось бы сказать, что кинология – это наука не просто погулять с собакой, как многие думают. Это тонкая работа, которая требует терпения и выдержки не только у собаки, но также у самого кинолога. Основным из важных показателей деятельности участкового на участке является спокойствие на отведенной территории. По мере возможности мы пытаемся это сделать, что достаточно сложно в связи с недостатком кадров, ну и в связи с тем, что население зачастую злоупотребляет спиртными напитками. Уважаемые коллеги, от всей души хочу поздравить вас с Днем сотрудника органов внутренних дел, по старому День милиции. Пожелать вам здоровья, всех благих свершений вам и вашим семьям. Отдельно поздравить ветеранов и пенсионеров. Пожелать им здоровья в наше нелегкое время. Берегите себя.